Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Жлобинском районе сотрудники милиции задержали 36-летнего жителя райцентра и изъяли у него автомат. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования установлено, что нигде не работающий жлобинчанин осенью прошлого года незаконно приобрел автомат АКМ-74 и патроны к нему. Оружие с боеприпасами он хранил в лесу около деревни Малеевичская Рудня. Желание пострелять из автомата и подвело мужчину. Подозреваемый без какого-либо разрешения приехал на полигон, где охотники пристреливают охотничье оружие. На полигоне он стал стрелять из автомата, был обнаружен сотрудником разрешительной системы, который приехал туда с гражданами для пристрелки оружия, и впоследствии был задержан. Оружие, 24 патрона и стреляные гильзы были направлены в Государственный комитет судебных экспертиз. Гражданин Украины пытался провести в Беларусь марихуану, сообщили в Государственном таможенном комитете. Инцидент произошел в пункте пропуска Новая Гута, через который ехал украинец на Toyota RAV4. Служебная собака Гомельской таможни своим поведением указала на возможное наличие наркотических средств. В технологической ниже между передними сиденьями автомобиля гомельскими таможенниками была обнаружена металлическая баночка, в которой находилось высушенное вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. По объяснению данного гражданина, он указал, что это вещество является лекарственным средством по чечуйной травой. Представленное таможенным комитетом вещество является опасным наркотическим средством, неиспользуемым в медицинских целях, марихуаной. И напоследок занимательный видеофакт. В Светлогорском районе спасатели вытащили джип, застрявший в пойме Березины. Внедорожник на полметра ушел под лед на лугу неподалеку от деревни Затон. Обошлось без пострадавших. Операция по извлечению машины длилась несколько часов. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.